Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков на индонезийском сервере, роллинг на 53 тысячи самоцветов, многие из вас спрашивали, Саша, когда ты выпустишь это видео, вот оно, роллинг с индонезийского сервера, выпускаю, лепи лайк, подписывайся, делись с друзьями данным видосом, и это будет интересно, в дальнейшем я вам расскажу, почему? Я нахожусь на аккаунте игрока NVN05, он находится в свою очередь в гильдии под названием Короли Замков, русская гильдия на индонезийском сервере, 112 место в топе по силе, это очень важно, если захотите найти эту гильдию, потому что Короли Замков, возможно, вам будет трудно написать из-за этого символа, ну, а просто возьмете, зайдете вот так вот в топчик, смотрите, да, Регу, это гильдия, Регу выбираете, вот, Total Credit и Кекуатан жмете, тыркаете, и вот 100 плюс места, ребятки, в топе. Вот там обязательно найдете данную гильдию. Сейчас она 112-я. Фишка данной гильдии заключается в чем? Можете туда вступить, в принципе, с любой силой. Главное, чтобы вы проходили битву гильдии. Если сливаетесь, ну ничего страшного, закроют глаза. Но главное, чтобы вы активно играли и проходили битву гильдии. Потому что я знаю, что многие игроки русские перешли играть на индонезийский сервер за счет того, что здесь очень дешевые плюшки и большой бонус в виде доп. Самоцветов. Теперь смотрим. Вот у нас 1 200 000 IDR. Это, если не ошибаюсь, 5000 рублей. 5000 рублей, 52 000 самоцветов. И здесь постоянно очень хорошая акция. Не знаю, как сегодня. Сегодня мы можем получить талант 5-й каменной кожи. Не руны, а именно талант, если потратим 122 000 самоцветов. Посмотрите на этот бонус. Талантик, да, какой мы можем получить. Вот руночки, ага. И это вот у нас получается за полпака, это, наверное, за 3000 рублей. Вот, Phantom King, неинтересно. Но сегодня такие херовые акции, на самом деле. Так, но мы еще не знаем, что в событиях, а в событиях, что там происходит, нам понять трудно. Но, в принципе, вы все видите своими глазами. Пак купили, 50 осколков получили от Некротика. В принципе, достаточно все выгодно, но сегодня еще не топчик, потому что меня хозяин заверял, что бывают такие топовые акции, что прям вообще пипец. Тут на халяву почти можно 1000 кулаков получить, потому что 119 000 ЭДР, это вообще, на самом деле, если в рубли переводить, это, ну, достаточно мало. Было на данном аккаунте задоначено 53 000 самоцветов. К сожалению, на акции их самим мы открыть не успели, но вы можете представить, что... Что получили за эту сумму самоцветов? Это был куплен большой пак, ребятки, за 5000 рублей. Получили 60 этих эссенций. И вы потом поймете, вы когда увидите аккаунт, вы поймете, что здесь акция достаточно веселая. Посмотрите, 16 000 кулачков. Так, да, и что тут еще по акции можно увидеть? Ну, тут уже трудно сказать, что именно дали. Вот, но тем не менее, это круто, это овер до хера опыта, понимаете, это овер до хера, давайте мы попробуем использовать, вот у нас такие герои на аккаунте, Рина здесь прокачана 5-ку и, допустим, берем по 150 000 опыта, да, мы просто, смотри, за 22 этих камушка мы можем героя качнуть на максимум, да, вот, допустим, здесь у нас 1.10, смотрим, 60 камней, 23 камня и герой прокачан на максимум. Просто, прикиньте, взяли, купили пак за 5000 рублей и качнули двух героев на 10-ку. Хопа! И смотрите, еще остается. 2,5 героя можно качнуть на 10-ку. Это просто... Это дико. Это дичайшая херобора. Далее, смотрим на аккаунт. Что у нас тут по аккаунту получается? Он молодой, невзрачный, да, но есть некоторые имбовые герои, что неудивительно с этими ценами на донаты, с теми плюшками, которые здесь даются. К примеру, Анубис. Он прокачан на 10.10. Вы могли сначала сказать, фу, как неравномерно прокачан аккаунт. Вот Анубис 10.10, Арес 6.10. Вы просто сами видели, да, какие плюхи дают. И то есть ты взял, пак купил и двух героев на 10-ку прокачал. Смотрите, здесь Анубис 10.10, Афина 10.10, дальше, что у нас получается, Стрелок 10.10, Тыква 8.10, ну, тут, блин, смотрите, на эти вот камушки можно тыкву на максимум качнуть, не знаю, еще Рина качнуть на максимум,
еще Ронина качнуть на максимум, и вообще изи. Но по сути тут еще не хватает многих героев, и мы их сейчас попробуем выбить. Просто, ну, сумасшествие. Да, по поводу петушков кукарекания в комментариях о том, что «О, ко-ко-ко, как все плохо, против России санкции, русские админы, китайцы против русского сервера, у нас плохие акции». Ребятки, ну, включите хоть иногда свое логическое мышление и поймите одну простую вещь. Она заключается в том, что чем больше игроков играет на сервере, чем больше они донатят, тем хуже будут акции, тем меньше они игроков будут завлекать в плане покупки доната. Здесь игроков мало, здесь донатят, я думаю, тоже немного, потому здесь достаточно крутые акции, потому здесь творится вот такая вот херобора. Да, по героям у нас тут имбовых никаких в запасе нету. Еще раз вам покажу, я делал обзор уже данного сервера, просто ради интереса, да, тыркаем сюда. И фигачим сюда. Смотрим, это достаточно молодой сервер. Ну, посмотрите, топ-1 372 тысячи силы. Топ-10 320 тысяч силы. Если бы мой аккаунт поместить сюда, он бы находился где-то в топ... Он был бы топ-9, топ-8. Вот и думайте, диктатура, наверное, вообще была бы топ-1. Диктатура была бы топ-1, ребятки. Ладно. Хотя нет, подожди. Может быть, не была бы топ-1 диктатура. Регу, Total Credit... Кикуатан. А, нет, диктатура была бы топ-1. Погнали, ролить. Итак, задержали это видео. Нужно больше имбовых героев. По сути, будем рады любой там редкой повторке. Редкому герою. Слушайте, какая-то задержка на индонезийском сервере. Потому что как-то все... Стрелок, Яго Тамбак, мы выбиваем Яго Тамбак, повторочка, она пригодится хозяину, ну, блин, давно я на российском сервере, на русском не выбивал стрелка. Идем дальше, Яго Тамбак, запоминайте, да, запоминайте названия героев легендарных и те названия, которые вам понравились, пишите в комментариях. Ариас, ну, здесь понятно все. Алгоя, сука, палач, посмотрите, как слизь. Называется Макхлук Лендир Кристалл. Вот, Перепохон, это Перепихон у нас, это Дриада. Далее, Иблис Ес, Иблис, ну чё, кого выбил? Я выбил Иблиса, Иблиса я выбил, и Алгою я выбил. Пайнда, Тритон, Циклопс, это понятно. Пембунух. Суккубус, ну понятно, неинтересно. Юара Кеньял. О, бочка. Перампок. Слушайте, на индонезийском языке бочка все равно круто выглядит и круто звучит. Перамбока. Князь, какой самый твой любимый герой? Что лучше? Что лучше? Стрелок или шапка? А я такой, Перамбок. Перамбок лучше. Так, кого-то мы там выбили, я не заметил кого. Мы выбили Штирлица, хотел сказать. Мы выбили Фрэнки, и там еще кто-то был. Но там из Хероборы, походу, кто-то был. Мануся Серегала, ребятки. Мануся Серегала. Это у нас оборотень. Мануся Серегала. Юара. Этот рыцарь. Юара. Но Мануся Серегала, это тема. Это топчик, ребятки. Это топчик. Идем дальше. Так, Алгоя, Паинда, как дела? Паинда, Валавала, она там и на английском, если не ошибаюсь, также звучит, то есть, посмотрите, бац, здесь появляется ворожей, и все, его можно взять и качнуть на десятку, просто на изи. Подожди, о, вот, допустим, ворожей, да, выбиваем. Ворожей приходит на аккаунт. Я не знаю, надеюсь, хозяин не обидится, но по сути, да, ворожей это такой один из самых нужных и важных героев. Вот он, ворожей, блин, с первым бастионом. Я надеялся, что выпадет, конечно, там с пятым бастионом или с пятой каменной кожей. Так, точно у нас ворожей здесь нету? А то я еще тот мутноглазый. Теперь смотрите. Просто изи, да? Задонатил пак. Хопа, выбил нового героя, такой,
А не прокачать ли бы мне его на максимум? Херак, все, ворожей 10 и 10. Просто изи, изи. Тут можно, знаешь, таким образом себе для начального аккаунта пачку сделать. Пускай будут без эволюции там или с первой эволюции, но они уже будут 10 и 10. И это, блин, реально круто. Допустим, на русском сервере о таком мечтать нельзя. Если ты, конечно, там не какой-нибудь медевин, и то это, чтобы тебе так качать героев, это тебе надо херову тучу подземелий пропустить, и подземелья-то на начальном аккаунте херовые пройдены, то есть это тебе пипец надо сколько подземок пропустить, чтобы вот так героев качнуть, это просто будут самоцветы в мусорник. Давайте попробуем пару раз тыркнуть на талант, у нас тут есть смена. Угу. Угу. Давайте на первое время кому-нибудь, Рина, ну, булварк у него тут стоит. Кстати, часть очень, часть слов, они... Ну, четвертая тоже. Пятерку здесь не стоит, я думаю, менять. Если бы там еще выпало что-то сразу конкретно стоящее, тогда можно было бы взять и поменять. Ну вот, но если четвертый талант выпал. Слушай, ну давай на первое время ворожею, потому что он не обидится. Все равно пока что нужного таланта нету. Это какой? А, допы тут все с пятерками. Охереть. Охереть. Ну, с талантами везет не так, как с роллингом, потому... Ладно, таланты, наверное, в другой раз поролятся. Или там, может, суперакция будет сирена. Сирена Трикси Трит. Ну, вот, смотрите, часть названия на английском героев. Так, Юара. Юара, блин, непривычно видеть рыцаря и надпись Юара. Девагунтур. Девагунтур у нас, это бог грома. Паладины у нас и в Африке паладин. Ну, сука, ледяной дьявол, Иблиес, это, конечно, Иблиес. Ты Иблиеса на лаву взял? Да, да, Иблиеса взял, вот, он у меня с замедлением и рунами реанимация. Мой Иблиес тащит, он там шатает всем Иблиеса, мой Иблиес. А где шатает? На лаве 4, мой Иблиес всех шатает. Слушай, ну, Оркскабан, ну, кстати, да, какие-то герои реально вот на английском фигачатся. Походу, легендарные, знаешь, герои на английском, большинство написано. А вот такие, как, не знаю, ну, Палач, Алгоя, это, конечно, прикольно. Рыцарь 3, Сатриамаут. Сатриамаут у нас получается рыцарь тьмы. Продолжаем. Ну, надо еще нам имбовых героев. Дрейк, Дрейк, Дред Дрейк. Ну, это на английском, это неинтересно. Пайнда. Как дела? Пайнда у меня. А, это рыцарь. Это призрачный всадник у нас был. Просто офигеть. Выбил ворожая, качнул на десятку сразу. Изи чё. Офигеть просто. Офигеть, ребята. Слушай, где герои? 10 тысяч самоцветов последние остались. Ёперный театр. Давай. Дракос. Тоже написано как на английском. Ничего сверхъестественного нету в названии. Так. Ну, блин, твою ж дивизию, а? Давай. Вала-вала вторая выпала. Вала-вала, повторочка. Ну, тоже неплохо. Но хотелось бы тут 5000 последних. Дает мало, но круто. Но, блин, чувак, рандомчик, Индонезия. Дрейк, Дрейк. Дрейк, Дрейк, Дред Дрейк. Давай, 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 давай. Опа. Ну, последние самоцветы. Последние самоцветы. Все. Все, ребятушки. Ну, блин, 50 тысяч самоцветов на одного ворожея. Ну, я не знаю, хотя мы выбили двух ворожеев. И, может быть, мы еще выбили каких-то недостающих. Не знаю, капитан Дрейк здесь был. Капитана Дрейка я на самом деле... А, есть, вижу капитана Дрейка, он даже тут с бастиончиком третьим. Не, ну повторочки тоже пригодятся, но чтоб ох и ах как-то падало, я такого не видел. Но, тем не менее, нового недостающего героя мы на данный аккаунт выбили. Так что поздравляю хозяина, у него теперь вот такой вот ворожей с десяткой. Ну, блин, ну это пипец как круто, взял, выбил. Ух, я офигею, как бы на русском сервере начали так акции раздавать. Но
лучше не надо, потому что если на русском сервере так будут плюшки раздавать, это будет означать, что у нас на русском сервере вообще не осталось игроков, и он загибается. На этом все. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Кому понравился, надеюсь, позитивный данный ролик, лепите лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видосом. Для вас старался Сашка Князь. Всем удачи и пока. А, стой! И не забывайте вступать в гильдию Королей Замков, если вы играете на индонезийском сервере топ-112 по силушке!